Спасибо. Приближен. Спасибо. Очень приятно. К делу. Не уходи пока. За второе место по итогам сегодняшнего дня в личном зачете награждается Осташин Сергей. Целый, да, кстати, впервые, впервые. Серега, ты целый сегодня. Да, он сегодня и по традиции целый. Да. Ничего с ним не произошло. Странно даже. Да, главное внимание, за первое место по итогам сегодняшнего дня. Да, он постоянно живет. Награждается Батов Алексей. Ну, сегодня... Улыбалась, удачи во всем. Поздравляю. Пускай Сташин поставит. На самом деле, ну, молодец, и на кольце хорошо, и в драге ты доказал, что ты первый. Драга. Можно сказать, с тузом до последнего. С тузом свели нас биться. Да, у вас получилось. Заставили супер заявку. Рулетка. Супер приз был. Поздравляю, молодцы, ребята. Спасибо, что приехали. Парни, секунду сюда. Оп. Ура. Все есть. Отлично. Сейчас будет командный зачет. Некоторые могут не уходить. Не уходи. Серега, не уходи. Так, а ССВшки-то здесь, нет? Есть. Где? Одна. Одна, да? А что, кто уехал? Ну, одной... одной ССВшки нет, а... Ну, в автополе забери. Почему? Давай. Да можно за последний. Так, за счет ССВ, но у нас второе место какое? Константин Шилов, да, Матвей? Там его нету. Была, там а была. Его нету. Да, его нету, ну ладно. Уехал. Тогда в сложной борьбе, невероятном напряжении, она была полна невероятного напряжения, трудной гонки, вообще они вырвали победу. Это Кошкин Федор, Гурин Даниил. Поздравляю. Я финишировал. Всего на один ремень этот финиш тебе стоил. Это недорого. Совсем ты тебе недорого. Уверяю тебя, что-то да? А говорю, что квадрик не твой. Сейчас кубок еще один отдадим. Я просто разрываю. Ну а что далеко, вот здесь пока. Я тут. Сейчас маленькая заметочка у вас вышла. Давай, потом отдадим. Да, подожди сейчас. Да, я не уезжаю пока. Итак, внимание, самое сложное наше соревнование. Квадромарафон «Северо-Западное кольцо» представляет победителей серии 2015 года. Серии. Тихо. Награждается команда под названием «Бульдозерс 2». А именно, она состоит Ковалев Евгений, Толстик Максим, Соловьев Кирилл, Фичук Владислав. Я просто берите, пожелать вам удачи. Распространяю. Не пропустили, все нормально. Не попали. Надо папе побольше. Наш соспонсор, фирма «Солартек», дарит вам памятные часы по поводу соревнования. Спасибо, «Солартек». Видите пиццы, которые можно съесть. Пицца. Ура! Все, давай, уходите. Давайте, место у нас оказывается. В карьере места нету, поэтому уходите. Итак, внимание. За второе место в этой нелегкой борьбе полу, так скажем, наш пенсионный состав награждается команда «Снежный вол». Да. Ура! А именно генерал в отставке Марии Борисовны, Туманов Александр, генерал песчаных карьеров, да? Волхосян Аркадий и Старовойтов Андрей. Поздравляю! Да, не выиграл. Спасибо. Зря ты болел. Можно сказать, вы яйцо вырвали этот результат. Вырвали прямо из пасти бульдозеров. Они вас обложили со всех сторон. Крепкие старики. Либо просто зачесались. Спасибо.
Сергею передадим, он должен. Ну и теперь сложившаяся, наверное, самая наша сильная команда в Трофи по нашему, наверное, всему северо-западу. Надо уже какую-то альтернативную сколачивать, я думаю. Пора начинать. Может, их поколотим просто. Команда, занявшая первое место, Бульдозерс 1. Поздравляем! А это именно Тузов Алексей, Батов Алексей, Александров Максим и Кесарев Сергей. Молодцы! Молодцы! Спасибо! Спасибо. Пицца? Пицца? Забираем. Спасибо. На самом деле это мужественные парни, они просто вывезли всех в первый день. Очень даже достаточно именитых соперников, они им очень много привезли. Я был удивлен. Думал, будут разрывы, не думал, что такие. Нормально, постарались, благодарю вас. Доехали, хорошо, ты наши вычислили. Приятно смотреть. Организаторы тоже отличились с нашей стороны. Нам очень понравилось. Нам очень понравилось трассы, да, искренне говорю. Очень приятно на таких мероприятиях участвовать. Спасибо, спасибо большое. Мы реально много ездим и есть с чем сравнивать. То есть спасибо за хорошо сделанные трассы в первую очередь. Правильно, правильно. Трасса огонь. Спасибо организаторам. Молодцы. Судейство огонь, организатор огонь. Ура! Организаторы! Ну все, давайте фото. Давайте всех на групповое фото. Давайте групповое. Давайте все, пожалуйста, подойдем, сфотографируемся, вот участники. Полный комплект. Потом давайте кого-то команду. Легкий отдать. Пустите меня, Саша. Мы взяли Саши где-то снизу. Да, Саша, нормально. Положник. О, положение. Давай, прямой счет. Положись вот так, Андрюш. Андрюха, давай. Плотненько, начиная плотненько. Блин, а я тоже хочу.